По поручению губернатора Новосибирской области с начала учебного года всех учеников начальной школы региона обеспечивают горячим питанием. И весь сентябрь в рамках партийного проекта «Единая Россия» новая школа, руководители учебных заведений, специалисты комбинатов питания и родители учеников будут отслеживать ситуацию, обозначать проблемы и делиться опытом решения сложных вопросов. Сегодня на базе лицея номер 159 прошло первое заседание круглого стола. С подробностями Станислав Блинов. Если детям нравится, значит... Новосибирских школьников обеспечили бесплатным горячим питанием даже раньше срока, установленного президентом Российской Федерации. Не все школы оказались к этому технически готовы, тем более, что начало учебного года совпало со сложной эпидемиологической обстановкой. Сегодняшний круглый стол помог нам в некоторой степени синхронизировать вопросы. И в части вопросов, которые касаются Министерства образования Новосибирской области, Департамента образования, комбината питания, ну и, конечно, в некотором смысле помог нашей родительской общественности понять наши педагогические вопросы. Питание обеспечивают строго в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Санпина. В меню – каши, творожные блюда и омлеты. Мария Шадрина – мама двух учеников 159-го лицея. Они учатся в 3-м и 5-м классах. Нареканий на еду в столовой нет. У меня дети ели здесь всегда. Единственный вопрос всегда был, есть суп или нет его. То есть кто-то ест утром кашу, кто-то не любит суп. В случае возникновения вопросов можно обратиться в Министерство образования Новосибирской области или в мэрию Новосибирска по телефону горячей линии. По итогам совместной работы, кроме контроля самого процесса питания детей, участники партийного проекта «Единая Россия» обозначат наиболее острые вопросы, которые встают перед регионами, чтобы найти их решение уже на федеральном уровне. Станислав Блинов, Алексей Баженов, Новости ОТС.